Приветствую, друзья. Смотрите внимательно. Там, где внимание, как говорится, там и сознание. Вот это упражнение простое, когда руку закидываешь на плечо. Если я делал там недельки 2-3 назад каждый день 2-3 раза по несколько секунд, то вот так, например, вначале закидывал. Потом дальше не шло, потом больше стал закидывать, потом больше, а теперь вообще вот так, смотрите, вон куда. И каждый раз, закидывая руку за плечо, подбиваете вот здесь или рукой, или кистью, как вам удобнее, находите больные точки на воротниковой зоне, это от затылочного бугра до плеча или до лопатки, вот там, где больно, и там разминаете пальчиками, разминаете. Мы учимся без массажеров, без каких-то приборов, устройств, сами себе помогать своими собственными возможностями. А подбор этих действий у нас, как их делать быстрее, лучше, проще, развивает творческое мышление, развивает ваши адаптивные физические возможности, открывает массу ваших талантов, о которых вы даже раньше не подозревали. И вот так вот делайте. Вот здесь вот, вот это место, вот так вот. Это улучшает кровоснабжение мозга, так называемую гемодинамику. Это улучшает венозный отток. И поэтому голова после этого становится ярче, яснее, чище, свободнее, лучше понимаете, что и как делать. А если после этого вы соедините еще дрожательный рефлекс, например, будете делать вот такое движение ногами, и потом еще соединить их хлёст, это же будет трехуровневая синхронная гимнастика. После этого чувствуешь себя молодцом, такое прекрасное состояние, голова ясная, ты уже чувствуешь и понимаешь, что и как надо делать, меньше поддаваться всяким манипуляциям. Да, лучше ночью спать, быть увереннее в себе, чувствовать себя таким гигантом. А девушки чувствуют себя увереннее. До встречи, друзья!